Ну вот, ребята, на улицу выйдешь, вот сразу такой вот бодрячок, так классно, вот хоть и холодно, вот в окно смотришь, так не хочется выходить на улицу, там холодно, но когда выйдешь, не хочется заходить обратно. Вот так. Так, все дела мы там переделали. Да, Лешик? Вот. Ну, а тут у меня бульончик там, он, вон, варится. Ты кофеек пьешь? Да. А, ты закипятил? Ой, и я сейчас попью тоже. А я цикорию попью. О. Ребята, у нас сгорела эта гирлянда, которая на елке. Осталось вот это. Вот это бы еще сгорело. Чтоб сразу все собрать и в мусор. Люшек, а ты не хочешь? Давай сделаем сами гирлянду. А где такие лампочки? А что, нет маленьких лампочек? Ну ладно. Ладно, пускай теперь не горит. Пускай вот так. Все равно красиво. А я не знаю, они не выкручиваются, наверное, да? Конечно, нет. Ну, ладно. Да и ладно. За лето надо просто подкупить гирлянды. Говорят, тоже нам вот предлагали, повесьте такую вот, есть гирлянды, бахрома с висюльками. Ну, это надо, знаете как, это надо их в Новый год вешать, потом их надо снимать. А эту маленькую гирлянду вот мы повесили, она висит у нас круглый год. Мы ее просто не включаем. Вот. Включаем только на Новый год. А так мы не запариваемся там снимать, вешать. О, нет. Поэтому очень удобно. А с той надо возиться. И потом она путается так. Не хочу я такую гирлянду. Да и так красиво. Можно еще одну заказать. Чтобы было повеселей. Повесить. Ну, посмотрим. Сделала себе цикорий. Ну, разговоров не будет. Сколько можно мучить вас разговорами, да? Ой, хорошо. Хорошо вот так вот зайти с улицы в дом. Тепленько. И попить горяченького чего-нибудь. Ну что, у меня уже идет процесс, ребята. Уже варится, парится, шкварится, размораживается. Вовсю. Света у меня здесь мало. Да? Сейчас включим больше. Вот. Здесь варится супчик. Здесь жарится капустка. В супчик бросила... сейчас покажу. Варится бульончик пока. Утиный. Вот бросила картошечку, чтобы сварилась мне для чего? Для вареников. Для вареников. Будут вареники с капустой. Так, это надо капусту прибавить газку. С капустой и с картошкой. Просили меня показать, как я делаю вареники с картошкой. Ну, а я еще присоседила с капустой, потому что буду делать вареники для Юрика. Вот он любит вареники. И он очень любит вареники с капустой. И пирожки с капустой, и вареники с капустой. Вот. И любит на завтрак покушать вареничков. Побалую. Сейчас налеплю и заморожу. Вот. Вот так. И еще у меня здесь размораживаются макароны. Это мои, а это Лешика. Замерзли. Вон, замерзли, стояли там на терраске и замерзли.
Вот. Так что вот такие дела. Набрала уже муки, почистила картошечку для супчика. Вот таких. Лешек заказал с этими, с мирмишельками. Супчик. Лучок. Лучок сделаю зажарочку для картошечки. До вареников. Сделаю зажарочку из лучка. И вот картошечка с лучком. Ой, будет вкусно. В общем, такая тут у меня идет такой процесс. Сейчас замешу тесто. Ребята, как вкусно пахнет в доме едой. Вот жарилась капустка, такой аромат квашеной жареной капусты. Знаете, вкусно пахнет. И вот по дому прям вот так уютно, по-деревенски. Вот, класс. Так, делаем вареники. Как я делаю тесто на вареники? На пельмени я вот последнее время делала на кипятке с добавлением подсолнечного масла, растительного масла, в общем, как скажем. Ну, а вареники делаю просто на яйце, как всегда делали. Вот, яйцо. Водичка. Вареники, Лёшек. А-а-а. Ты равнодушен к вареникам, да? Mm. Ну да. Yeah. Хочу налепить и заморозить, потому что Юрик приедет, он вареники любит. А-а-а. На завтрак. Покушать. Главное, ребята, угадать. Вот видите, у меня ушла вся мука. Ничего не осталось. Главное угадать с мукой и с водой. Вот. Все, теперь пускай отдохнет. А я что? Ничего, подожду, пока отдохнет.
Ребята, мне надо порезать лучок, поджарить для картошечки, потому что там скоро уже картошечка поспеет. Ай, ну что, развалилась луковица. Вот что мне нравится, так это то, что здесь есть точилка. Раз, 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 и все, и готово. О, красота! Лук режу и на суп. Почему так много лука? Потому что на суп. Что это было? Так, ну заодно порежу и картошечку на супчик, да? Вот, ребята, столько получилось вареников с капустой. Вот. С картошкой будет больше. Я их сейчас вот так прикрою другим полотенчиком. Чистым, стиранным. Да. Так, и продолжим лепить с картошкой. Картошкой будет быстрее и проще, потому что ничего нигде не вылазит. Вот так вот. Тын-тын-тын-тын-тын. И все. Наверное, я маловато сварила картошки и капусты. Останется тесто. У меня есть замороженный творог. Можно сделать еще с творогом. Разморозить и сделать. Ребята, раньше в деревне, я не знаю, у кого была коровка, а коровки были у всех, первая еда это была картошка и вареники. Я так думаю, потому что когда я поехала к своей свекрови, у них тоже была коровка, и у нас были вареники с творогом, но они говорили с сыром. Вот. И вот это вот вареники с сыром, картошка со шкварками, салат из-за молодой капусты. Ай, во, класс. Потом еще делали вареники вот с капустой были, с картошкой, с творогом. Потом сладкие делали со сливами. Ой, какие были вкусные. А с домашней сметанкой. Это же вообще, это вам не передать. Это надо только попробовать. Как это вкусно. Так, наше тесто. Оставшееся.
тесто, когда полежит, оно такое тогда податливое, такое вот прям классно. Называются вот эти вот штучки. Мама их всегда называла варенычки. Варенычки. Можно в картошку добавить грибы, пожарить грибы и добавить грибы. Будет с картошкой и с грибами, тоже очень вкусно. Можно в картошку добавить, сделать картошку с творогом, но только не сладкий, творог соленый. Вот, тоже очень вкусно. Что, Лёшик, вареники? Давай. Продолжаю, ты же не помогаешь мне. Не. Не. Я тебя и не трогаю. Лёшик вареники не любит, поэтому и не лепит. Да ладно, я сама быстренько сейчас полеплю. Что тут лепить? Для вас ничего нет. Да, две мартышки. Тут как тут. Ничего нет. Не-не-не-не. Ничего нет. Нет. Нет-нет-нет-нет, мы хотим. Сегодня нет-нет-нет-нет, мы хотим сейчас. Да. Это они поют. У меня тоже красивые варенички. Вот видите, складочками так вот. Но я не умею вот так вот как-то лепить. И даже не заморачиваюсь. Ай. Ребята, осталось у меня три варяночки. Сейчас будем делать гаманые ушки. Я уже показывала, как я делаю. Но покажу еще раз. Кто-то, может, не видел.
Что там, Алешенька? Да здесь опять это хрень, и вот опять что-то некрасивое полетело. А, это... Гирлянда? Нет. Так, вот такая вот вареночка. Я здесь не могу ближе поставить, потому что там суп варится. Вот. Ее разделяем на 4 части. Вот так. Получается у нас вот такие вот четвертинки. Да? И вот берем вот так вот. Раз и слепливаем. И получается вот такое ушко. Это если не хватило вот начинки, у меня не хватило. Вот будут вот такие ушки. Раз и все. Показать еще? Вот так, чтобы ровненько было, чтобы ровной круглой формы. Напополам, а потом еще напополам. Вот. Вот получается такая четвертинка. А потом мы эти вот кончики берем, и вот получается такое ушко. Прикольное. Детям будет очень интересно кушать такие ушки. Только я их так поставлю аккуратненько, чтобы они так и замерзли вот ушками. Все, ребята, на этом все. Отправляю варенички в морозилочку. Сейчас замерзнут. Да, я думаю, к вечеру замерзнут. А потом по пакетикам.